Данный релиз содержит в себе много мата. Не рекомендуется к прослушиванию людям до 16 лет, женщинам пенсионного возраста, беременным и кормящим грудью, сутулым собакам, шкуроходам и жирным феминисткам. Похуй, поехали. Ну а перед тем, как мы сейчас начнем, я приглашаю тебя, именно тебя, братишка, играть вместе со мной на Grand RP первый сервер. И чтобы твой путь не начинался с бомжа, я дарю тебе 250 тысяч долларов и 7 дней випа, с помощью которой ты будешь еще больше зарабатывать и быстрее прокачивать своего персонажа. А получить ты их можешь, если перейдешь по ссылке в описании и зарегистрируйся. Или же ты уже находишься в игре, через телефон заходишь в подарки и в эту строку вобьешь мой промокод ИГРАТ. Ну а теперь, собственно, к ролику. Погнали! Итак, друзья, я рад вас всех приветствовать на первом сервере Grand RP, и у нас проходит хэллоуинский ивентик. И да, разработчики добавили новые донатные контейнеры, которые мы с вами будем пытаться сегодня открывать. Ну что пытаться, мы будем их открывать, но будем пытаться что-то оттуда выбить интересненько. Итак, есть аксессуарчики, крылья какие-то. Вот, допустим, зайдем вот сюда, давай посмотрим. И тут есть проценты, то есть мы можем по-любому выбить какую-то эксклюзивную вот эту вот темку, но только раскраска будет абсолютно разная. И плюс 85%, к сожалению, деньги 250, и тут по 250 дается. Открытие 700 рублей стоит доната. Также тут вот такие вот крылышки, рога какие-то, автомобили. Нас интересует с вами автомобиль. Ну, конечно, может, еще и пооткрываем рога, всякие аксессуары. Напишите, кстати, в комментариях, что вы хотите больше увидеть. Какие-нибудь открытия про вещи, либо же про машины. Мне кажется, надо сегодня испытать удачу, возможно, выбить какой-нибудь вот такой вот дорогой аксессуарчик, потому что он стоит реально дохуя денег, особенно в рулетке, если ты выбиваешь. Так, а по автомобилям? Что же по автомобилям? Меня интересует вот такое вот бэха, что тут, какие-то размулеванные, намулеванные зеленые человечки. Это он. О, вот это вот интересно. Слушай, у меня и тачки такой нету, в принципе. Можно было бы забрать ее, да? Шарончик Хэллоуин Edition. Вот. Сколько тут денег можно заработать? По 800, по 600. Давайте, по 500 рублей стоит. Открытие 10, наверное, сделаем. За 10 открытий, кстати, еще 500 тысяч мы получим. Поехали. Открываем. Let's go. Кстати, сколько денег у меня выйдет, наверное, за этот ролик? Я, наверное, вам сказать не смогу, потому что я почему-то не засейвил сумму, но ничего. Итак, первое открытие и 300. Второе открытие, погнали, открываем часть Хэллоуина на Grand RP. Мне подарили 100 тысяч долларов. Так, а может, я буду одним из первых, кто сегодня что-то сегодня охуенное выбьет? Например, 150 тысяч долларов. Ну да, да, да. Четвертое открытие, или уже пятое, я что-то со счета сбился. 300 тысяч, о, анимация начала. Это пятое, друзья, сейчас будет пятое открытие. Сим слабим колдовством своим заклинаю тебя на вот этот вот шерончик. Сегодня же колдовская тема, да, вот эти все демоны, ведьмы просыпаются, начинают колдовать, вот эти зачарованные сериалы, кто смотрел. Погнали, открываем дальше, скорее всего. Мы сегодня ничего не выбьем. Просто по 300 тысяч, хотя может дать и больше. 600, 800 тысяч, 500 тысяч. Но мы на самом дне. Вот просто самое серое дает. 6 контейнеров позади. 7 контейнер открываем. 7 контейнер открываем. 100 тысяч. Не-не-не, валим. Валим с этих... кстати, сколько у меня денег? 6 миллионов. Я не помню, сколько у меня было на руках. Мне кажется, ну, пару лямчиков, два, может, мы сегодня с вами залутали уже на данный момент. Итак, контейнеры. BMW M5 Hellen Edition. Ну, мне не особо нравится ее расцветка. Это мы смотрели. Ну, Hellen Mercedes. Вот это что-то интересное. Ну, тоже такое вот непонятное. Ну, давай попробуем. А хули мы теряем, да? Вот просто давайте возьмем и попробуем. Та-дам! 125. Угу. Ну, уже лучше. Ну, не 100, но 125 тоже ничего. Тачка! 150. Понял, принял, обработал. Давай, я верю. Я верю, что должен выпасть автомобиль в сегодняшнем видеоролике. Не в контейнерах. Ну, никогда не везет. Но, может, в честь праздника. Вот этой всей темы хэллоуинской нам сегодня что-то выпадет наконец-то. 75 тысяч выпало.
пятый раз открываю, поехали. Тачка мне как бы особо это и не нравится. Ну просто ради интереса. Ну дай, ну блять, все в низах. Вот что, 150 это низ, 125 это низ. Следующий идет 300 и 200, а я в низах. Просто в низах. Почему мы в низах, блядь, постоянно причем? А, 300, ладно, ладно. Спору нету, спору нету. 4,5% как бы. 4,5% на то, что выбиваешь 300 тысяч. 75, это самый низ. А сколько на тачку? 1%. 3! Три раза еще можно открыть и, в принципе, и бабки заутать. Ну, как бы закроем, да, открытие по этому автомобилю. Скорее всего, мы его не заберем. Мы его не заберем. Кстати, сколько всего я открытий сделаю за этот видеоролик? В комментариях напишите, кто будет считать прям. Раз открытие, два открытия. Так, друзья, последнее, крайнее открытие. Я, наверное, отвернусь. Десяточка. Десяточка, а плюс мы получаем 300 тысяч за 10 открытий. Поехали. Я отвернулся. 75 тысяч, рили. Я вас понял, я вас услышал. 8 тысяч доната мы успешно с вами профукали. А, предлагаю, может, вот такой вот Rolls-Royce. Ля, мне нравится. Все, череп, это каратель. У меня, кстати, вот эта вот олимпиечка, я не знаю, как ее назвать, Marvel, да, вот, вот с этой стороны, Marvel. И сзади у меня такой череп, череп, и написано каратель. Это вот тема. Кто сериал смотрел, черканите, вот прямо сейчас в комментариях напишите, кто сериал смотрел. Охуенный сериал. Поехали, 1200, одно открытие стоит. Дорого, дорого, понимаю. Ну, раза два крутануть. Почему бы и нет? Нам только в удовольствие. Возможно, будут какие-то бабки. Тут уже другая картинка. Должна прогрузиться. 300 тысяч. Первое открытие. За 1200 рублей доната. 300 тысяч. Ну, мне кажется, это опять деньги. Опять 300. Отсоси у тракториста. А может, что-нибудь получше. Может, что-нибудь получше. Эх, ну давай, сливать донат, так сливать. Подожди, может там автомобиль хотел выехать. Что ты мне опять 300 свои суешь? Три раза по 300? Четвертый раз. Давай, если сейчас четвертый раз будет 300. А, 200, на понижение. Ну, чтобы вы просто понимали, да? Сегодня вышел ивент, сегодня должно сыпать. Почему же оно не сыпет? Маленький вопросик встал у меня. 300. Ну, это дно, да. 600, блядь, 400, а мы вот прям в дне. Мы вот постоянно в дне. Последняя, я, наверное, последняя, ребят. Все, последняя, это последняя. Вот из этого 200. Я думал 2 миллиона, но это 200. Не, иди-ка ты нахуй, дружочек. Пирожочек, не везет так не везет, не везет мне в контейнерах, повезет в любви. Итак, 5000 доната у нас остается. Блять, хотелось бы что-то выбить. Ну, хотя бы, может, рога какие-нибудь. Может, тачечку. Ну, блять, есть столько ж уже потратили. Почти 20 тысяч доната ушло, и мы ничего с вами не выбили. Ну, этого не может быть. Этого просто не может быть. Я бы хотел вот такую себе... Что это такое? Что за покемон такой? А ну, открывайся. А, тут разные. Тут разные есть какие-то приколюхи. Это как с крыльями, слушай. А вот тут? А, тут рога и смерть. Смерть с косой. 0,1, блядь, процент. Это как? Это просто как? Так, крылья, крылья, крылья. А может, какие-нибудь вот такие крылья посмотрим? Ну, по-любому должны упасть хоть какие-то крылья. Смотрим, 2,5. Ну, будут деньги, наверное, по КД сыпаться. Не, мне такие крылья не очень нравятся. Что-то они какие-то... Слишком радужные. Вот это тоже как у попугая. И даже не прогружается никак. Хуя. Вот красный я бы забрал. Рили, красный я бы забрал к своему сетапу. Поехали, попробуем. Я буду красный ангел во плоти. 250. Так, ладно, поехали, попробуем. Попробуем еще раз. Попробуем еще раз. И бог любит троицу. И сейчас выпадают красный, красивый крылышки. Не, это деньги. Это просто деньги. Ну, забейте хуй. Я не знаю, почему я такой везучий, но мне нихуя вообще не выпало с этого видеоролика.
А может, вот 2500 у меня осталось. 2500. Ну, как бы уже ничего особо не пооткрывать. Там два контейнера, да, друзья. А давайте просто забежим. Забежим в нашу самую лучшую рулеточку. Которая, к сожалению, в последнее время тоже нихуя не дает. Но все же мы сейчас попытаемся, как бы, немножечко денюшек собрать. Если мы сейчас охуенную тачку выбиваем, ее продаем, можем пойти потом опять в контейнер и еще пооткрывать. То есть у нас будет некий плюс. Дадепчик. Так, ну что ты там, прогрузилась, нет? Можно? Почти прогрузилась. Очень-очень долго думает. Но это так всегда. Сейчас народу на сервере. Ой-ой-ой-ой-ой. Очень много. Итак, по три штучки предлагаю крутануть автомобильную рулеточку. Ой, пожалуйста, повези хотя бы здесь. Ну вот просто прошу. Звуки запоздали, а тачка выпала за 600 рублей и 80. А минусе все равно. Так, поехали. 25. Есть же 4000 доната, друзья. Есть в донат инвентарь, пока положи. Я честно, вот просто рулетка всегда меня выручает. Ну, не всегда, конечно, были плохие дни, очень много было плохих дней. Но зато здесь, сейчас, прямо сейчас она дает 600 рублей, 800 рублей, ну и 80. Так, 2000 доната. 2000 доната, вангую еще на тачку! Еще на тачку! Но только тачку не за 600 рублей, пожалуйста. Блять, ладно, дай хотя бы за 600, потому что 200 рублей доната осталось. 250, 100 и 25. 600 рублей. Мало. Половин, мало. Я, наверное... Давай, ладно, по одной красиво вот так откроем. У нас есть там донатик небольшой, что мы тачку выбили. Но я не знаю, тратить этот донатик или не тратить. В комментариях напишите, куда его определить. Тачку как бы оставлять не хочется, но донатик с нее можно было бы взять. Блять, пожалуйста. Ну не деньги, ламба, вон, дальше ламба. Нет, конечно же деньги, я вас понял. Дай хотя бы 80, 25. 320, о, еще 5 рублей доната остается. Вот это сейчас счастливая рука нажала моя. И выпадут деньги, скорее всего деньги. Ой-ой-ой-ой-ой, давай, роднулька, давай, кручу, верчу, запутать хочу, да, это деньги, это даже не тачка за, блядь, Мерседес хороший, эх, Мерседес, все, на этом все. Итак, друзья, в донат-хранилище у нас это Агера или Кёнигсберг, что это, за 4000 доната, в принципе, потратили мы 2000 плюсе на 2000. Неплохо, но это рулетка, а по контейнерам, я думаю, вы сами все прекрасно увидели, что произошло, как это произошло, без подкрутов, без раскрутов. Вот сегодня вышел ивент, вот мы сегодня пооткрывали контейнеры. Как вышло, так вышло. С вас лайк, подписка на канал, обязательно напишите свой комментарий, что делать с Агеркой. И увидимся, скоро, друзья, увидимся. Всем пока-пока.